спектакле «Наш современник» Паустовского Александр Иванович исполнял две роли – уличного певца в первом действии и слепого странника в третьем действии. Играя уличного певца, он пел пушкинскую «Черную шаль» под собственный аккомпанемент на гитаре. Как безумный на черную шаль и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, гречанку молодую я страстно любил. Прелестная дева лобзала меня, но скоро я дожил до черного дня. Однажды я созвал веселых друзей, ко мне постучался незваный еврей. С тобою пируют, шепнул он друзьям, тебе ж изменила гречанка твоя. Мы вышли, я мчался на борзом коне, и кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я весь изнемог. Вхожу в отдаленный покой я один, неверную деву лапсал ремень. Не взвидел я света, булат загремел, прервать поцелуя золотей не успел. Безглавое тело я долго топтал и молча на деву пред ней взирал. И я помню моления, текущую кровь. Погибла гречанка, погибла любовь. Гляжу, как безумный на черную шаль и хладную душу терзает печаль. В третьем действии спектакля «Наш современник» рассказывается о восстании декабристов. Кровавые события на Сенатской площади в Петербурге взволновали всю Россию. В Святогорском монастыре, где происходит действие, толпится разный люд. Тревожные вести приглушенно передаются из уст в уста. Словно из былинной песни, из народных сказаний, появляется слепой странник. Пророчески звучит народная легенда о знамениях, предвещавших освобождение народа. Я, братья, всю землю исходил, а узреть ее так и не сподобил Господь. Может, зрячему она и весела, а мне, убогому, все мнится темно. Ой, темно у нас, с горем спать ложимся, горем покрываемся, с горем поутру встаем. Когда срок выйдет долготерпению-то нашему? В скорости были знамения. Какие? Разные. Вот нынче осенью город Петербург черной водой затопило. А на площади в Петербурге статуя стоит царю Петру на скачущем диком коне. Вода подошла царю Петру по грудке. Одна голова царская, медная,
над волнами возвышается. И среди ночи заговорила та голова густым голосом сквозь бурю и водяной блеск. «Позовите ко мне, — говорит, — всех чиновников и генералов и самого царя». Подъехали к голове на дощанниках царь с генералами и разные сановники с фонарями. Холодно им, мокро, трясутся. И возговорила им медная голова: «Вы что ж такие сякие дети потоп допущаете? Все мое государство разорили, простой люд в ерме гноите. Через вас, говорит, Россия идет к погибели. Того ли я, говорит, добивался? Я хабарников батагами сек, а ты, благословенный царь Александр Павлович, им ленты атласные на шею навешивай. Даю вам, говорит, 3 месяца сроку на исправление. А не исправите, пришпорю коня, слечу с этой скалы, проскочу, говорит, по всему Петербургу и всех вас подковыми, стопудовыми истопчу, искромсаю». Ну и ну. Так неужто испужались? Испужаешься, брат. Обещался царь и его вельможи все справедливость привести. К весне, говорят, управимся не ранее. Дело, говорят, затруднительное.